Наложить жгут на кровоточащую рану, оказать первую помощь пострадавшему – это лишь немногие навыки, которые показали участники школы безопасности в Лангепасе. Готовились к смотру подростки на уроках ОБЖ. На соревнованиях показали, как необходимо вести себя при обнаружении пострадавшего. Еще одно испытание – на скорость надеть боевую форму, справиться с преградой, сбить мишень струей воды из пожарного рукава. Соревнования школы безопасности проходят ежегодно. Победители городского этапа смогут принять участие в окружном. Он пройдет осенью в Ханты-Мансийске. Мы когда сбивали мяч из шланга водой, мы представляли, будто мы на настоящем пожаре и спасали жизни других людей. Дети очень активны. Мы надеемся, что это в будущем будут наши помощники, товарищи, коллеги. Также пополнят ряды МЧС России, чтобы служить своей родине.